Привет, Ютуб. Время вредной еды. Обзоры на чипсы опять у нас, которые я не пробовал никогда. Не знаю, что это такое. Две пачки вот таких чипсонов. Они называются так, чипсоны. Это не стебусь. Чипсоны краба. Со вкусом краба, со вкусом краба. Они одинаковые, два пакета. Попробуем один из них. Пойдем пробовать. Сам узнаю, что сие есть. И тебе расскажу, что сие такое. It's snack time. Время для этих снеков. Это время этих снеков. Что-то такое, что ли. Переводи, если сильно шаришь. Легкие хрустящие картофельные чипсы со вкусом краба. Это краб такой. О, они вонкие. О, мне очень нравятся такие штуки. По калориям я сомневаюсь, что я здесь что-то увижу. Но ты читай. А может, я увижу. Страшные цифры какие-то. Наверное, 530. Ну да, они меньше 1500 калорий нету. Дата. Поди съедобно еще, едабельно. Ну давай пробовать, что ее разглядывают, что на нее лупится. Вот такая пачка. Такой в шоке, короче, что это. Ну нереально, 500 килокалорий. 500-1500 килокалорий. Так, берем и по феншую ножничками отрежем, потому что, чтобы по красоте все опять. Но это не картофельные чипсы, это чуть другая тема. А я, кстати, к вам обращусь за помощью, потому что я вот не знаю, что это такое, из чего это сделано вообще. Я вот не знаю, из чего это. Так что вот, блин, это... Тем, кто кушает полезного птица, вот такие штуки. Как поролоновые такие. Пенопластовые, как вот этот. Пеноуретановая. Пена это уретановая. Ну да, они всегда очень вкусные. Офигенные. Насыщенный вкус крабов. Ну конечно, крабов тут нету. Если начал есть, оторваться нереально уже. Годно, но оно всегда годно, вот такие чипсы. Но они не из картошки, еще раз говорю, я хз, из чего не сделано. Эта тема. Ну и что я имею в виду? Можно, вкусно, годно, но вредно. Все, что вредно, то вкусно, все, что вкусно, то вредно, блин. Ну а пока не случайно грусти, скоро Максим в гости жди. Береги себя, всем близкие, здоровья, всем пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.